трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Власти Московской области хотят расширить функционал камер фото-видеофиксации нарушений ПДД. В перспективе они начнут распознавать такие проступки, как выброс мусора из авто на ходу и во время стоянки, мойку машины в неположенном месте, а также слив моторного масла и других технических жидкостей. Чиновники ставят конкретную задачу – увеличить число выписываемых штрафов на 20%. Трасса 101. Стала известна стоимость обновленной Toyota Corolla. В базовой версии автомобиль с бензиновым двигателем объемом 1.3, мощностью почти 100 лошадей и шестиступенчатой механикой обойдется минимум в 949 тысяч рублей. Начальный ценник топовой комплектации с двигателем 1.8, мощностью 140 лошадиных сил и вариатором 1 миллион 327 тысяч. Продажи авто стартовали накануне. Трасса 101. Неожиданное заявление сделала губернатор Владимирской области Светлана Орлова. По мнению чиновницы, в России необходимо организовать производство скутеров для пенсионеров. Сейчас мы смотрим образцы, определяем базовые комплектации. После этого будем выпускать установочные партии и смотреть рынок, сообщила глава региона. Также она отметила, что новое транспортное средство будет передвигаться со скоростью не более 12 км в час. Трасса 101. Китайская автомобильная компания Zoti презентовала кроссовер Damai X7, который очень походит на современное поколение Volkswagen Tiguan. Стоимость новинки и ее технические характеристики пока неизвестны. Разве что есть упоминание о моторе – бензиновый с турбонаддувом мощностью от 150 до 190 лошадиных сил. Напомню, что ранее Zoti сделала копию Volkswagen Touareg, модель T600. Машину можно купить и в России по цене от 850 тысяч рублей. В Волгоградской области представили первый отечественный беспилотный автобус. Над проектом под названием «Волга-бас» местные умельцы трудились 2 года. Машина получилась небольшой по сравнению с обычными автобусами и тихоходной. В движение ее приводит электромотор. Сообщается, что в реальные городские условия новинку могут выпустить уже в конце этого года. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.